Крадники на Вегу карнавальной маски. Тут хороша Вега в любых соединениях, лишь бы она проявилась бы на небе. В эти моменты обращаемся к маске. Вега – звезда магии и медицины, и политики, и искусства. Маска – ее воплощение, только живое. Проектор этого и требует соблюдения всех условий. Только указанного цвета. Твердая полумаска, красиво декорированная. Ставим в красивое место, можно среди новогоднего декора. После ставим так, чтобы она всегда смотрела в окно. Время суток безразлично. Второй вариант на здоровье. К белой карнавальной маске. Поставьте вокруг декор прозрачного или белого цвета, или серебряного, бижутерию, новогодний. Сказать. Принцесса Тератома, белая маска, к твоей мощи прибегаю, твоей помощи прошу. Людей, которые здоровье бездарно потеряли, вокруг несчесть. На алкоголе сигареты просадили. Отдай мне то, что они уже бездарно потеряли. И мне отдай, отдай остатки жизни умерших до срока, которые ушли от рака. Ты тератома, и ты всевластна. И все, кто болен раком, в твоих находятся руках. Отдай непрожитые эти жизни их запас. Прошу заклято. Люди эти уже умерли. Этим навредить вы никому не можете, а себе поможете. Крадник она вам установит. Это именно такой очень специфический крадник на то, что люди уже потратили. То, что они потеряли, вы просите ее вам отдать. Попробуйте ее убедить и поговорить, что вам это очень нужно. Это обязательно. Бояться ее не нужно при этом ритуале.